Главное, чтобы оттуда сейчас фулка какая-нибудь с ДМР-кой, ЦР-кой какой-нибудь. А, ну она там есть, кстати, она бежит даже. Не факт, что это фулка, там тоже на кого-то топора было похоже. Силуэт. Но на расстоянии оно не особо отрисовывается. Тот чел-то побежал. Блин, короче, надо рюкзак брать на резерв, потому что тут реально жирные всякие кабеля, фильтры, движки всякие. В итоге я сейчас свой сюрф выкинул. Так, я опять туда не залез, не понимаю, как они туда запрыгивают. Что за бред? А куда тот-то топорист убежал? Ничего не понял. Затвором, чтобы была в режим, рукоятку с упором, магазин на 50 патронов с рипами, уничтожая все, что движется на резерве, и запивая вишневым соком. Топ контент. Кэп. А, Гюрза, красиво отделяешь. В натуре. Согласен. Пошел ты. Красиво. И вошла в мою грешную жизнь. Красиво. Из нее. Ну вот, считайте, я на этот заход потратил один пистолет за 30 тысяч. 25 тысяч. Ну, патроны, разгрузка. Короче, я на 40к вышел.
по факту лута у меня было. На 40 тысяч. В итоге во мне уже лута... Ну, на пол ляма примерно, наверное, если это сложить. Что петрушка по мне стреляет, блин? Блин, откуда это было, интересно? Я не понял вообще. Если справа, то это опасно сейчас лутаться, конечно. Очень опасно лутаться. У меня есть план. Блин, хотя если он оттуда стрелял, сейчас я под него откроюсь. Ладно, надеюсь, нет. Ага, походу оттуда все-таки. Тихо-тихо, у Бултика план банан созрел. Давай. Ай, падла, нету дыма. Так, ну он слева, по идее, стрелял. Получается, с этого здания нормально. Получается, под него как-то открылся, что ли, немного. Сюрф, я на втором. Блин, опасно сейчас на второй, кстати, заходить, потому что этот пес меня пасет за сюрвом. Че, конечно, можно. Рискнуть здоровьем. Броник 30-ку стоит этот. Ты шо жесткий? Вайсал рот померил братишку Муфюфь. Черный плащ, спасибо, братик. И за предыдущий донатик сейчас обязательно прочитаю. Спасибо, бро. Спасибо тебе огромнейшее. Возьми глок, стоп затвором, чтобы был авторежим, рукоятку с упором. Не, это типа фигня, оно не такое дальнобойное, и это уже супер дорого получается. Глок, большой магазин, куча патронов. Это очень... Ну, проще ППшку взять или уже какую-нибудь СКС-ку там, я не знаю. Ну, короче, это не бюджетно получается. По факту. Вот дебил, места-то нету. Так еще в жопу на этот сюрф. Ну, типа, там мало зарядов было все равно. Так, ну надеюсь, что мне реально оттуда стреляли, что я сейчас начну этого лутать, и мне не грохнут. За фигня, почему я встал, персонаж? Это ж не по мне? Это ж не по мне? Привет, лут тебе вернулся. Вчера на выход не успевал, гранаты подорвал себя? А я не знаю, еще нет, он позже же возвращается, бро. Еще не вернулся. Пока что еще не вернулся, братик. Так, мне надо как-то сейчас скипнуть первую общагу и на выход. Потому что там, ну, сидит кемпер какой-то теперь. End-end, спасибо большое, спасибо. Не знаю, пока еще ничего не вернулось. Пока нет.
Блин, есть ли смысл этот броник одевать? Третий левел. Сколько он стоит вообще? Ну, хотя бы фуловый. Он, наверное, так же, как этот будет стоить. Нет смысла пробовать террабанк этот выносить. Пацаны, да он там совсем ёбу дал! Валить надо его! FMJSX — это нормальный, ребят, патрон или говно какое-то? One G phone. Так, а цепочки золотые есть тут, нет? Патроны, может, какие-то хорошие. Так, что это такое у нас? СП-6. 46 патронов, нормально. Так. Дуем на выход теперь каким-то образом. Не знаю каким, потому что меня этот чел может кемпить. Сами понимаете, который по мне стрелял, вот там, который сидит. Понадеюсь, что он сейчас заагрится на этих челов, и он меня просто пропустит. Он как раз сейчас будет этот замес искать, смотреть. По факту. Должен, по крайней мере. А, броник-то одел. Броник все равно же выбрасывать тут придется. Так что пофиг, я бы террабанк одел или этот одел. Без разницы, все равно выбрасывать.
Ведь это пластилин какой-то, они вообще не умирали. Сашку, так там тоже говно какое-то заряжено, скорее всего. Вечер добрый, Гус. Как поживаешь? Давно меня не было. Как тебе Тарков относительно PUBG? Да и в целом, как тебе игра? Будешь возвращаться в PUBG? Чай, ребят, тихо. Спасибо большое. Тебе за донатик. Блин, он точно выбегать не будет. Он будет кемпить друга своего. 100%. М8 сюда, нормально. Шанс, что его друг выбежал, просто и забил на друга вообще. На труп. Любому же нет, сидит кемпит где-то, 100%. Это глупо, потому что они такие фулки были. Ошибка небольшая произошла. Еще есть. Блин, СМС-а нету у меня. Где-то сидит, шумит. Может, на втором, кстати. На втором, скорее всего, потому что первое я вообще не видел этаж.
хаешек нету больше, ладно, забейте. На втором сидит. Не факт, что это вообще их тиммейт, может, это вообще какой-то левый чел. Нет, он не рядом с трупом. Труп же вообще здесь, а его слышно вот здесь. Крыса. Железо кто-то топнул сейчас. Мне не показалось ведь. Где-то наверху сидит, блин, капец, что за пот? Просто на прием к нему идти, это такое себе. Ну что, у меня ППшка вообще каким-то калом заряжена, по-моему. Ладно, попробуем, что была не была, сколько тут можно свои яйца просиживать. А что происходит? Неужели он на крыше сидит? А тут, по-моему, я нигде не пройду уже, или можно, я не помню. Чатик, что за пот? Где этот жучара ползает? Его не слышно. Может, он реально на крыше сидит? Может, это вообще не их тиммейт? Это какой-то левый чел, может, типа, файты услышал, с туннеля вообще поднялся. Понятно, короче, что ни хрена вообще непонятно. Я не знаю, я челов не смогу лутать, они прям в открытке лежат. Что было? Там еще кто-то или что? Что такое было? Что за бадам?
Думаете, еще кто-то есть? Пожрать бы. Не, походу все, я не знаю, нет никого больше фото. Фу нахрен просто, что за пот? По таймеру вообще 17 минут. Походу все, я не знаю, походу все реально. Тосты! Плотная катка, можно нарезку. Крыса тупая. Дохни. Как он? Капец, сидит просто АФК. Я уже тут под ним побегал, он вообще не дергается. Мамкин снайпер, блин. Фу, нахрен. Тосты! Салат с молекулой. В натуре салат с молекулой сейчас был какой-то. Сейчас, ребят, подождите, надо выйти обязательно. Это дичь какая-то полнейшая. Я не прощу себе, если я заруиню сейчас эту катку. Это какие-то другие. Это реально другие челы. Они в дедовских шлемаках. Ну, короче, это другой дуо. Снизу в эйрфреймах вообще фулки были лютые. А эти такие какие-то, я говорю, это... Еще левые челы приперлись просто. Ой, ну нахрен, конечно, такой движ. У меня столько седых волос с этой каткой сейчас прибавилось, наверное. Я вообще в шоке просто. Просто охренеть, что сейчас произошло. Так. Нахрен, нахрен, нахрен. Говно. Просто у меня снизу же две фулки еще лежит. Мне нужно их каким-то образом сейчас разлутать еще. Лишние магазины разряжать. Да я их могу просто выкинуть, если что-то там будет топовое. Нахрен мне эти MP7 магазины вообще. По факту-то. Типа тут уже выход сейчас. Я лутаю челов и нахрен ливаю отсюда. Давай, обыскивай нахрен быстрей. Фул рюкзак просто у чела. Ты рофлишь или чё, чел? Ладно, хоть он у него фул в говне каком-то. Мы еще по-бырому разлутаем эту дичь в нем. Я просто попросил сыграть резерв, а тут вот оно что, топ. В нарезочку как ты это делаешь, я так не могу.
Ребят, подождите, не раньше времени не надо, пожалуйста. Потому что всякое еще может быть. Это человские патроны зарядить, наверное, получше. Subsonic SX это лучше, ребят? Наверное, лучше, я думаю. Ну, типа, такая фулка бы с дерьмом не бегала. Только не говорите, что это у него теплак на башке. Это же ПНВ просто, да? Плавизионные очки. Ты урод или чё, чел? Я тебя вообще не понимаю просто. Ты урод или кого? Нахрен ты такое носишь? О май гад. What the fuck? Да иди в жопу, разгрузка, там ничего интересного нету, все тихо. Все, сосете. Тупо сосете. What the fuck? Бум! Holy shit! Дима! Все меня спрашивают, Дима, как поднять бабла? Берешь гюрзы, просто трахаешь на резерве всех. Это же не ошибся, это был теплак с 2 ляма у чела на башке. Я же не ошибся, это не ПНВшка была. Это просто жесть какая-то. Это просто жесть. Чатник, что происходит нахрен? Чё за катка вообще? Чё за катка? Охренеть просто. Вот все благодаря вот этим двум челам, которых я уработал. Просто и забрал с них СМП-7. Охренеть просто. Жесть. Это просто жесть какая-то, реально. Охренеть просто. Три дуоса убил. Вначале в столовке. Потом два вообще фуловых дуоса просто. И сверху вот какие-то в дедовских касках были челы. Охренеть. Нахрен просто. Что за это пуха М700? А, М700, она загрейженная просто. Тут одни пухи, блин, стоят. Капец. Airframe. Плохо, что я с него этот не смог забрать, но там уже некуда, ребят. Уже некуда. Понимаю. Чем еще вытащили с них? Пуха. Тут по мелочи. Ну сколько? Я ляма 3 вытащил сейчас закатку. Плюс видюха еще у меня тут. Даже больше 3 лямов, 100%. Где-то 3,5, наверное. Один шлем, Airframe 200 тысяч стоит. Охренеть просто. Охренеть. Ребят, кому интересно, можете реально сами посчитать. Ну вот, по факту, весь лут. Вот он. Тыкс, 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 тыкс. И вот это. Учитывая, что я вышел и под сумки. С пистолетом я вышел одним нахрен. С пистолетом. Охренеть, ребята, это стопудово лайки. Это стопудово тонна лайков должна быть за это. Это охренеть просто какая катка. Это просто шок-контент какой-то. Обалдеть просто. Обалдеть нахрен. Ух.